чувствую прилив сил. Хорошо. Тор дал мне сил. Thank you.
как хорошо. Чувствую прилив сил.
покажи мне свои товары. Восхитительно, Эйвор. Вот так броня. Носить доспех Валькирии — истинная честь для меня. Он тебе идет. Покажи мне свои. Уже. Мне пора. Прощай.
не должны узнать. Накину капюшон. Yeah.
Если посланец Альфреда ночевал здесь, кто-то знает, куда он пошел. Она упоминала описание предателя? Меня берут сомнения. Тихо. Это ведь ужасная ересь. Забудь ее святотатство. Думай лишь о Христе, об искуплении. Она сказала, что ангелы лгут, что люди осквернены, и нам не суждено избавление. Если ты столь сильно этому веришь, твоя душа уже очернена. Бог учит нас. Я занята, уходи. Но аббат противится Альфреду. Разве? Он, как подобает пастырю, держит богатые земли Кента в руках церкви. А что даны? Разве они не у наших границ? Таятся, как змеи. Даны в Кенте? Никогда не поверю. Альфред стращает нас ими, чтобы брать все, что пожелает. Не бойся меня, Сакс. Ответишь мне, или ты слишком пьян? Красивые волосы сияют, как шелк. Нет времени налезть. Я ищу посланца Альфреда. Из людей Альфреда я знаю лишь Орвина Безногого. И где он? Сто лет его не видел. Наверное, пьян в доску или мертв. Почему еще его зовут Безногим? Потому что нет ног? Нет, это фигура речи, господи боже. Я слышал, даны схватили его и вырвали сердце. Элдермен Деугал надрался так, что просто свалился с белых скал. Кто же займет его место? Бен Ферфакс? Ландри? Тедмунд? Все трое не стоят и кучки навоза. Не отдал бы голос ни за кого из них. Громко сказано, но у тебя нет права голоса. Медведь? И плачущий? Чего он плачет-то? Мой брат видел его в старом круге камней. Даже глаза протер. Вдруг почудилось. Нужно что-то с этим делать. Что? Попросить его уйти? Или оставить жить с нами, чтобы катать на его спине детей? Моего мужа отправили в Гримисфилд. Рубить лес на укрепление для защиты от данов. Сестра говорит, они сильные, крепкие красавцы, с душистыми волосами. Что если один из них похитит тебя? Не терплю глупой стрекотни, но ценю красноречие. Ты сам красноречив? Что ты знаешь о посланце Альфреда? Еще бы! Я учился флютингу у безмолвного монаха. Скажу, если победишь меня. Хулительной речью твой ум сокрушу я. Ну ладно, твоя взяла. Посланец Альфреда, где он?
Они с Бардом занимались бог знает чем в рощице у моста. Судя по звукам, пытали кошку. Пели? Может и так. Тебе здесь не рады. Оставь меня в покое. Здравствуй. Еще увидимся. Надеюсь, скоро вернешься. Мне пора. Увидимся. Ты ртом мух ловишь или спросить, чего хочешь? Я ищу человека, посланца короля, что проезжал здесь. Иди прочь, а? Или стражу позову. Устал от людей, всем что-то от меня нужно. Может, поможешь мне по доброте душевной? И я оставлю тебя в покое? Умно, тупица. Да, я видел посланца Альфреда, но он уже ушел. Может, Бард Гоуэн знает куда? Где мне искать Барда? Он напился, как свинья. Я видел, как он рухнул у деревьев между причалом и мостом. Иди и не тревожь меня! Посланец пил вместе с каким-то Бардом. Найду его и узнаю, что ему известно. Не мог уйти далеко. Лети же, Сюнин. Штаны украли? Эй, ты там еще жив? Терпение, что дряхлый конь. Цок-цок, цок-цок. Слабак, который не умеет пить. Давай приведем тебя в чувство. Боже! Проклятие! Что за демон меня разбудил? Ты поешь обо мне, Барт, суровом и беспощадном. Не видел, как вороны пируют после моих битв? Хватит!
От твоего голоса голова болит. Вы с посланцем Альфреда пили в таверне. Скажи, куда он отправился? Разве? Я был так пьян. Может, кое-что маленькое серебряное поможет мне вспомнить. Как насчет чего-то длинного и острого? Постой, это ни к чему. Обойдемся словами. Он держит путь на юго-восток, к берегу, к Дуврскому замку. Сказал, что там обучают фанатиков. Это ужас. Они ночами не спят, а молятся. Спасибо. И помни, пьянство туманит рассудок и заплетает язык. Спасибо, это очевидно. Оставь меня терпеть кару Господню. Посланец пошел в Дуврский замок на юго-восточном побережье. Neque sape malale complexiones, agnus de, totitariat in mortis super... Sum verite qua tantum amat. Tales pia tabo
С той стороны. Te conspecto hominum quale dilexit, ego sum verite, qua tantum amaste qui elegit, ma arba sofocatum. Revolutam, sed non novi. Valde in regno dei Egipti faraoni. Obsessus cum propheta Mosi imprecari mala magna quae fecerat. Deus Mosi et somniorum.
Приятно тебя видеть, Эйвор. Хоть кого-то можно нагрузить работой. Нам всегда нужна помощь. Sessionum in penultime est in session. Quod summonum omnum session. Что ты видишь? Если узнаю, пощады не жди.
si ego tu bene mihi non timent. Накину-ка я капюшон. Так.
Видел, как саксы нападали так на своих врагов. Отправишься ты на пир все отца. Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
Красный воробей сядет в кукушке на гнездо? С кем это он говорит? С Матильдой. Свинья видит будущее. Что за дела? Локи постарался? Нет. Пей. Слушай свинью. Здравствуй, свинья. Надо выпить еще, чтобы уразуметь их.
Уразуметь. Странно звучит. Есть такое слово? Ничего не чувствую. Ты правда говоришь? Я провидица Матильда. Открыть тебе тайны грядущего, ворон. Измена жжет сердце воину вороньих жертв. Брат на брата, пока волки не сожрут небо. Здравствуй, свинья. Странны твои слова, провидица Матильда. Воистину странны. Люди отца церкви. Змеиный язык в холодной ночи зажег факелы. Хочет смерти первому в роду. Не знаю, что в этом зелье, но от него мутится разум. Ногу? Кто потеряет? Я или она? Потеряет, я или она? Что это?
красный воробей сядет в кукушкино гнездо? Твои слова, провидица Матильда. Воистину странны. Теряет. Я или она? Thank you.